Мазуха на хлеб или на тост. Здесь у нас сыр, авокадо, красная консервированная рыбка, яйцо. Все это сейчас в блендере мы так сделаем. И будет сейчас газель. Вот такие бутербродики у нас получились. Сверху можно положить помидорку, кто любит. Я специально нарезала рядом. И вот так она выглядит в тарелочке. Вот такой у нас сегодня завтрак будет. Ну, Давидик себе не изменяет. Он, как всегда, все кушает. Давид! Овсянку. И там немножко. Всем хорошего настроения. Ждем остальных. Остальные все есть. Комик уже схомячил целый бутик. Том, ты вообще, конечно, любишь красную рыбку, да, мой сладенький? Надо засолить это. Я купила, а вообще засолю вкусненько. Сергей Иванович. Иду. Мы его ждем. Что, взять что-нибудь? Ну что, Сергей Иванович, пробуйте. Обычно с тунцом такие делаю, а сейчас я с лососем сделаю. Помидорку можешь сверху положить. Вкусненько? Кстати, да. Как вкуснее? Так нежнее, да, как будто получилось с тунцом? Так вкуснее. Да? Ну, так вот. Так что, девчонки, пользуйтесь рецептиком. Это черный перец. Попробуйте отгадать, какой самый популярный вопрос в моем директе за последние дни. Ну, конечно, это вопрос про аудиокурс английского. Я несколько раз показывала свои занятия, и очень много вопросов на эту тему. А на самом деле это я должна сказать огромное спасибо моим подписчикам, которые мне порекомендовали аудиокурс английского. Я просто в восторге. Вот можно заниматься своими делами и одновременно заниматься английским. Это очень увлекательные занятия, они очень простые, ну и, конечно, это очень удобно. Как это происходит? Я слушаю аудиокурс и запоминаю целые фразы на английском. Вот, например, когда еду за рулем или во время готовки. Это время, которое можно проводить с пользой. Аудиокурс английского от Ирины – это действительно просто находка. Самое главное для меня, что нет никакой зубрежки грамматики. Вот сразу запоминаю фразы целиком, со всей грамматикой, со всеми предлогами, уже использую эти фразы и говорю на английском. Аудиокурс преподавателя Ирины – это прям то, что я так давно искала. И знаете, его можно слушать всей семьей, с мужем, с детками, нам вообще он всем понравился и зашел. Я решила воспользоваться тем, что я блогер. Я сама написала Ирине, и мы с ней договорились для моих подписчиков, для вас, сделать скидку на аудиокурс. И Ирина сделает для вас скидку 67% на весь курс. И к нему у вас, кстати, будет пожизненный доступ. И знаете что? Вот так легко я еще не учила английский никогда. И, конечно, я вам рекомендую забрать курс с моей скидкой. Ребят, вы знаете, сторис стоит всего лишь 24 часа, и потом она исчезнет. И поэтому прямо сейчас переходите и используйте мою блогерскую скидочку 67%. Ребят, всем хорошего настроения, и, надеюсь, скоро мы с вами все заговорим на английском. Ой, какая у тебя птичка, какая красивая, Монечка. А вот что-то... Вот так и сидим. Главное не пусти. Ой-ой-ой, какая деловая. Очень деловая, да? Все, вот дай мне за ушком ее почухай. За ушком ее. Утечки, да? Утепутечки, какая деловая. Ушко, да, такая драка? Хотела поснимать вам море, все кроссовки насквозь. Но сейчас приложу, что получилось. Сережа, ебаный рот, ты шо? Ты шо, забыл? Как каша пахнет дома, или что, я не понимаю. Как найти пердуна, который будет мне все покупать? Пердуна, который будет вам все покупать, найти крайне просто. Объясняю. Есть дикое количество сайтов. Если ты счастливый котик, скажи мяу. Если ты счастливый котик, скажи мяу. Если ты счастливый котик, если ты красивый котик, если ты хороший котик, скажи мяу.
только посмотрите, как красиво украшены тюльпаны капельками дождя. Вообще, по-моему, это просто очень красиво. Какой аромат, вы не представляете. Захватили, да? Захватили они Аланию, эти котики. Прелестно. Вот, вот. Это как? Что, тебе покушать надо принести? Это намек? Что тебе надо принести покушать? Да, поняла. Сейчас пойду найду. Про корм сумочки я совершенно не шутила. Ведь как бы его все ждут. Вот такое рыжее у нас семейство. Здесь у нас такое черно-белое семейство. Так они вот уже пришли и ждут, вы видите? А вот там помесь. Иди сюда. У меня корм закончился. Сейчас я пойду. Сейчас я пойду. Все, это не простят уже. Посмотрите, они же ждут. Очень даже ждут. Бежит мой красавчик, ну что за красавчик, ой какой хорошенький, догнал. Ходит спортсменка, ходит. Да. Ой, ну что за булочка там бегает. А, вот так хотят. У меня, кстати, вообще никогда в жизни не было разочарования. Пишу, Серёж, что у меня были в тебе разочарования, представляешь себе? Да это напридумывают. Никогда не свои какие-то вот идеи люди пишут там, или мысли, да? Mm. И выдают их за чужие. Не, ну вот я вот тебя... так и было. Да, ну я тебя иногда как бы это, ну, прогибала, чтобы притереться. Ой, собственно говоря, это называется притирка. Ну вот у меня притирка идет. Ну вот сейчас притирочка. Притерлись таки. Доброго дня. Зашли Сергею Ивановичу перекусить. Суши, кофеечек. И сейчас мы поедем на объект. Хочу показать вам район Клеопатра. Классный объект недвижимости. Потом у нас сегодня еще ждут сборы. Сергей Иванович собирать в Дубай. Надо довезти Елену Петровну, забрать наряды, которые мы вчера покупали. Я вам показывала, да, Сергею, костюмы классика. Чуть сегодня, смотрите, я освоила новый макияж. Это все, практически все сделала карандашом. Не пойму, хорошо или нет, пишите в комментариях. И что еще? Что-то еще. Ну и у детей бокс, не бокс, вообще куча всего. В один день мы реально проживаем целую маленькую жизнь. И классно, что вот в Алании, когда ты живешь, что здесь небольшие расстояния, что ты реально успеваешь все.